«Золотой микрофон». Живые концерты из большой студии «Русского радио». Только живой звук. Волнуемся, готовимся, улыбаемся, машем. Никакой фонограммы. Ну что, мы с нее начинаем? Ветер. Да. Шоу «Золотой микрофон» на Русском радио. Если вы слышите аплодисменты в студии Русского радио, это значит, что у нас потрясающий день, друзья. Во всяком случае, потрясающее его начало. Мы приветствуем нашу дорогую Согдиану. Вполне себе серьезная певица, у тебя вполне себе выходят полноценные альбомы. И, собственно, выход последнего альбома не за горами. Крайнего. Да, вот, да, крайнего. Но крайнее бывает нового. Только... Нет, альбом. Есть. Есть альбом. Есть, да. На самом деле, как-то вроде как принято очень часто выпускать альбомы, там, в год, там, в два. У меня вот этот альбом не выходил лет 5 или 6. Ты не торопись. Это коммунистический принцип, нормально. Пятилетка. Пятилетка, да. И песен в нем много, 19. О! Да. Первая какая будет? Заглавная песня альбома. Я выбираю тебя. Класс. Обычно же 10 песен, 3 ремикса, и все, и бонус трек. Сейчас вообще уже модно выпускать по 3 песни, там, либо 4. Сыденочка, сейчас модно будет... синглы уже, на них зарабатывать. Все, раз, одна песенка. Это есть сингл. Почему? Три – это макси-сингл. Встречал. И там, на самом деле, огромная работа. Очень много людей участвовало у нас там, как старые песни, которые еще, так скажем, не входили ни в один альбом. И новые. В общем, огромная-огромная работа. И вот она буквально на днях выйдет в свет. Thank you.
глаза Агаты. Обо мне только сейчас узнал ты, что моя душа горит, словно солнце, и наружу рвется в небеса. Эти черные глаза я таю, о тебе только сейчас узнаю, что твоя душа горит, словно солнце, и со мной рвется в небеса. Зазвучат снова песни мои, отражение нашей любви, и время, что были одни, уже не вернется. Унеси меня в море синее каплями, обними меня всю любовь со мной. Твое сердце отдаю тебе я, все сомнения твои развею, ведь моя душа горит, словно солнце, и с тобою рвется в небеса. Зазвучат снова песни мои, отражением нашей любви, и время, что были одни, уже не вернется. Слушай, нам всегда хотелось задать тебе вопрос. На восток от Эдема, что там находится на востоке от Эдема? Офис? Менеджмент. Там оазис. Там наливают, накладывают еду вкусную. Ты же знаешь, вот каждая песня у нее, это просто праздник какой-то. Хочется ощущение свадебного торжества какого-то. Поэтому не останавливайся, продолжаем праздник. У золотого микрофона на русском радио русских перцев Сагдиана. Продолжаем, да? Ну, мы продолжаем, да. Небо, земля, ночь за собой уже не манит нас за мечтой. Бесконечная любовь, лишь игра наших слов давно. И не понять. Ты не веришь мне легко, ты уходишь далеко, все равно. Мы с тобой небо, земля, мы как
кофе, кто то другой. Ты моя боль, моя тревога, главная роль. Там, где ты, там нет меня, словно пламя и вода, где неравная борьба. Давно мы как Запад и Восток, между нами сто дорог. Только ты не одинок, все равно. Мы с тобой небо, земля, мы как нельзя и можно, ведь ты не я. Видишь, как летают звезды, это не я. Знаю, как любил ты меня. Мы с тобой небо, земля, мы с тобой небо, земля. Знаю, как любила тебя. Отпусти меня, отпусти меня. Мы с тобой небо, земля. Мы с тобой небо, земля. Мы как нельзя и можно, ведь ты не я. Видишь, как летают звезды, это не я. Знаю, как любил ты меня. Мы с тобой небо, земля. Анна из Москвы спрашивает, порадуете ли вы с Ардианой нас новой осенней песней? Осенний, это, наверное, имеется в виду что-то такое лиричное. Я думаю, что да, такое что-то, знаешь, под что можно рыдать. Или любая новая. То, что может вызвать осеннюю депрессию, осеннюю хандру. Маниакальный депрессивный синдром. Это какая? Такая есть, но мне кажется, песня с тобой, она такая прям... Как я ревел под нее, господи. Меланхоличная, очень грустная. Она, ну, ее можно и весной, и когда грустно, и летом. Ну, депрессия постоянная штука, поэтому... Времена года, новый альбом у Сагдиана. На самом деле твои песни хорошо слушать для того, чтобы выйти из этого меланхоличного состояния. Потому что в них есть искорка. А если она в тебе, Сагдиана? Не знаю. Подловила. Давай будем мыслить логично. Это изюминка была. Искорка тоже была. Искорка была. Ты праздник, ты фонтан. Ты олицетворение восточной радости на нашей российской эстраде. Ты хорошо конфетка сказать? С изюмом. Но фонтан... Кстати, о конфетке. Ты Мишка на севере. Тяжело ли реально, да, вот мужчина спрашивает, он тяжело ли быть единственной восточной красавицей на российском небосклоне? Скажи мне. Такой вопрос такой, да? Извини. Мужчина интересуется. А ты правда считаешь, что она единственная? Да. Она и Абрам Руссов. Но... Только вы про женский пол. Нет, про женщин ты одна единственная. Но у тебя действительно существует колорит, который очень редок для российской эстрады. И аранжировки в твоих песнях, они такие с восточным колоритом. Наверное, поэтому Антон и... Я просто очень интересуюсь Востоком. Ну, люблю Восток, ну, честно говоря. В основном, вот там, откуда она родом, там всегда тепло и вкусно. Это вот точно. Стопудняк. Гостеприимно. Это правда. Но это прекрасная культура во мне. Я выросла вместе с этой музыкой, с этой вкусняшкой, mm-hmm. и с этим теплом. Поэтому мне хочется этим делиться с людьми. И все это, в общем-то, не придумано. То есть не было такого, что кто-то придумал, давайте вот сделаем вот так, и пусть у нас будет вот так, вот так, вот так. И это вот очень гармонично, наверное, поэтому оно находит отклик в сердцах людей. Золотой, золотой, золотой микрофон. Золотой микрофон. Дней, и снова так день ото дня, где
Почему было дано, должно было случиться? В ночь полетят телеграммы о случившейся драме и печали. Собрать обломки, расставить по полкам. Хочу лишь я любить. Я выбираю тебя, выбираю тебя. Остановлю для тебя манекы. Я выбираю тебя, выбираю тебя. Ты в плену моих сладких побед. Я выбираю тебя, выбираю тебя. Слушай, давай попросим барабанщика, он такой необычного такого внешнего вида. Покажите нам барабанщика, пожалуйста, на сайте rusradio.ru. Посмотрите, как выглядит барабанщик. Как из группы «Рамштайн». А можете тебя попросить так, вот так сделать? У нас все колоритные. Да все колоритные, посмотри, какие музыканты. Нам дело в том, что нужно было продемонстрировать, что у нас действительно живой звук. Никакой фонограммы здесь и в помине нет. Все музыканты играют вживую, Согдиан поет вживую. И атмосфера у нас соответствующая здесь. А давай после того, как барабанщик вот это вот сделал, да, попросим нашу Асагдиану сделать «Мое сердце магнит». Не будем, ладно, Лена. А сердце магнит не надо. Хочется так много спеть для вас. Вот, а время мало. Так что поем. Жизнь играет сердцами. Что же дальше будет с нами? Сердце болит, мое сердце магнит. Незаметно исчезает призрачный туман. Ты попался в мои сети, словно мальчуган. Это все мой сладкий обман. Не было и нет сейчас того, что в первый раз. Не вернусь лунной сияние, что любила нас. Мы с тобой не вместе сейчас. Мое сердце болит, мучается, мается. Сердце болит, бьется, стучит. Мое сердце горит, только не кается. Да, тебе говори, сердце магнит. Сердце болит, мое сердце горит, только не кается. Да, тебе говори, сердце магнит. Без губ твоих я сама попала в эти сети на двоих, но меня к себе не зови. Не забудешь, знаю, любишь это навсегда. Оставайся здесь навек, а мне лететь пора. Это жизнь и это игра. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит, сердце магнит,
говорить тебе большое спасибо за выступление на «Дне города», в городе Саратов, на концерте «Звезды русского радио». И спрашивает, а с кем бы ты хотела из артистов записать дуэт? Ну, если есть у тебя. Вообще, ты хочешь вообще дуэт? Тебе нравится эта затея? Три дуэта вот в последнее время. С Авраамом Руссовым, с Тимуром Темировым. Да, известный исполнитель. И еще прекрасный турецкий певец. Его зовут Адиль Карача. И у нас с ним тоже есть очень красивая песня. Это то, что было. А с кем мечтаешь? С кем мечтаю? Или хотел? Рекомендуем Джигана. Да. Да, я вообще за эксперименты такие, мне было бы интересно. Да. Рэпер, кстати, очень был бы кстати. Ну, он называет себя певцом. Тут как бы. Хотя и рэпер. Два в одном. Два в одном. Да. Ну а ты хочешь какую-нибудь такую бронебойную дискотечную композицию, такая, что была очень модная там. One Love, где оно волну, что-нибудь такое. Да, мне нравится. Да? Да. А из современных кто? Вот прямо вот и Федук тебе нравится. Да. А Федук или Джей? Ну, больше знакома с творчеством Федука. Угу. Ну, в свете последних событий, да. LJ. А я не в свете, видимо. Да ты что, ты не знала? Что? Мы тоже. Русское радио. Радио большой страны. От Абакана до Согдианы. Ветер любви в паруса нам задул, душу мою и твою сколыхнул. Плетли нам вместе до самой земли, рядом будь со мной и глаза не отводи. Сердце так бьется, что слышно вокруг. Это не гром моего сердца стук. И разошлись черные облака, лишь бы их снова на миг не затянуло. Пусть же горит, как никогда, в небе погибшем ночная звезда. Дай же мне знать, как рассказать или не помнить. Пусть же горит, как никогда, же мне знать, как рассказать или не помнить. Ветер до дна. Слышишь ли песню мою поутру? Счастье свое не отдам никому. Только ты крылья мне не обломай, пропастью упасть с высоты. Белым днем снова темная ночь, лишь ты один в этом сможешь помочь. Словно в тумане по небу иду, как осознать мне, что я так просто лечу. Пусть же горит, как никогда, в небе погибшем ночная звезда. Дай же мне знать, как рассказать. Рассказать или не помнить.
листаю наши яркие фото, города, поезда, самолеты, мир цветной. Я люблю тебя легко, беззаветно, и бегу навстречу солнцу и ветру я. Чувствую силу, я в твоих глазах легка и красивая. Живу, не устану повторять тебе, милый, ты нашел меня и сделал счастливой. Я так тебя люблю. Давай не расставаться, хочу быть с тобой всегда, я хочу быть твоей судьбой, ты вселенная для меня, ты мой, я хочу быть с тобой всегда, даже если летят дожди, ничего нет сильнее огня, огня моей любви. Той микрофон. Очень важный концерт для меня. Вот, знаете, хотел открыться вам. Вот, мое сердце магнит. Теперь, по крайней мере, я буду отвечать на вопросы, какого хрена ночью я у холодильника делаю. Просто сердце магнит, прибивает, понимаете? Тянет, тянет. Спасибо, Сальдиана. Спасибо. Слушай утреннее шоу «Русские перцы» и смотри прямую трансляцию живых концертов из большой студии «Русского радио». Ты байкер? Ты киллер! Ты конфетка с изюмом. Живой звук, никакой фонограммы. И любимые исполнители. Спасибо, что водитель Сергей из такси привез ее сюда. В проекте «Золотой микрофон». Блин, там самые классные конфеты внутри.